Средний показатель заполняемости в Сочи в жаркие месяцы составил 89%. Общее число туристов, посетивших город за этот высокий сезон, сохранилось на уровне прошлого лета и составило 2 962 тысячи человек. Всего с начала года город принял порядка 4,5 миллионов туристов, что также соответствует прошлогоднему показателю. Спросом летом пользовались и горные курорты. По сравнению с прошлым годом, отели Красной Поляны показали рост на 10%. Сегодня средняя загрузка средств размещения горнолыжных курортов 80-85%. Глава Сочи отметил, что это в том числе результат совместных выездных презентаций в регионы России. Туроператоры смогли уже сегодня дать свои пожелания по проведению совместных презентаций и в следующем году. Анатолий Пахомов отметил, что администрация города проводила опрос туристов в разных объектах размещения, анализировала жалобы. В этом году их значительно меньше, но остаются претензии к оснащенности номеров, нарушению шумового режима, недостаточную организацию работы сервисных служб отелей. Радужные прогнозы и на зиму. В этом сезоне на горнолыжных курортах Сочи будет введен единый скипас. Сейчас система проходит настройку, ее планируют завершить в ноябре. Ожидается, что уже в декабре система будет запущена в эксплуатацию. Гостям предложат несколько тарифов в зависимости от периода пребывания. Таким образом, по единому билету туристам будет доступно свыше 150 километров горнолыжных трасс. Такое нововведение, отметил глава Сочи, приблизит уровень сервиса к международному формату и поможет привлечь дополнительное число туристов.